سورة Иванте. بسم الله الرحمن الرحيم. Улица Верховного Господа. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Альхамду лиллях, хвала Аллаху Господу миров за Его милость и помощь, оказывая нам, организаторам Московского международного конкурса чтецов Корана, и за возможности ежегодно собирать в столице российского государства чтецов, хафизов, ученых-знатоков священного Корана и устраивать праздник души и сердца, не спосылая баракат в наш мир, дружбу и любовь, гуманизм последнего завершающего священного писания Господа Всевышнего Аллаха всему человечеству. Альхамдулиллях. Аллах Тааля вот уже в 19-й раз дает мне возможность и высокую честь приветствовать всех участников, гостей, зрителей, собравшихся, озарять нуром, светом священного Корана свои сердца, взор и слух, оказаться в числе тех, кто любит Коран, кто читает Коран, кто хочет познать и понять Коран, следовать по заветам и призывам и в судный день получить заступничество Корана и милости, милосердия Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Хайрукум ман тааллама аль-Куран ва аллама». А также он сказал: «Тот, кто искусно читает Коран, присоединяется благородным, истинно праведным и записывающим деяния людей ангелам». Да будет нам баракет Корана во всей нашей жизни, в наших детях и внуках, в нашем риске в обоих мирах. Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, дамы и господа, в этом году наш конкурс включен правительством Дубая, Объединенных Арабских Эмиратов, в ряд мероприятий, проводимых в рамках года шейха Зайда. Я искренне рад прибывшим на 19-й Московский международный конкурс чтецов Корана участникам, благодарен членам международного жюри конкурса, почетным гостям в лице
Всемирной Исламской Лиги, экс-имама заповедной мечети священной Каабы, Харам-ш-Шариф, Мекки, шейха Хасана Бухари, замминистра иностранных дел и вакфов государства Кувейт, доктора шейха Халид Аль-Шуайба, делегации премии Дубая из Объединенных Арабских Эмиратов, всем присутствующим послам арабских и мусульманских стран, представителю администрации президента Российской Федерации Алмазу Файзуллину, представителям правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, правительства Москвы за поддержку и содействие нашему конкурсу и за их понимание того, что мы устраиваем праздник души и сердца. Праздник, который распространяет мир и дружбу между народами разных национальностей, между культурами и традициями для всего нашего общества во благо нашего многонационального и многорелигиозного государства Российской Федерации. Да будет доволен Всевышний Аллах благими делами, и да будет нам мир, милость и благословение нашего Господа Всевышнего Аллаха. Молитвенно желаю успеха участникам сегодняшнего праздника и объявляю наш праздник Кур'ана в Москве открытым. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. С праздником, дорогие братья!